Вот как метет. Только вчера такое пекло было и жара. Сегодня видите машины некоторые. Буквально все в снегу в городе. А... Сегодня будет минус ночью. Минус 6 обещают. Тут достаточно очень удобно. Это улица Советская, это 36. А то, что минуту для вас даю такую маленькую информацию. Через пару дней опять будет хорошо. А ну все, в принципе. Как бы не задерживать вас во искушении нашего города. А, все, всем спасибо. Сегодня 22 февраля, завтра День защитника Отечества. Все, всем пока. Вот видите, как женщина идет, очень многие так ходят. Я пока тут снимаю, видите, все больше и больше снег идет, все больше и больше. Вот так.